В правительстве Казахстана рассмотрен уточненный прогноз социально-экономического развития страны. Как сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев, в нынешнем году рост отечественной экономики ожидается на уровне 3,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 77 триллионов 800 миллиардов тенге. В частности, прогнозируется улучшение показателей в таких отраслях, как металлургия, строительство, сфера информации и связи. Кроме того, по прогнозам Нацбанка, увеличится на 10,8 миллиардов долларов в Казахстане и экспорт. Он превысит 52 миллиарда долларов. Импорт же составит свыше 37 миллиардов в американской валюте. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%, рассказал Асет Иргалиев. Отметим, премьер-министр Аскар Мамин поручил внести в парламент прогноз социально-экономического развития и законопроект об уточненном республиканском бюджете до 2025 года. Казахстан экономика санжилласным. С учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики, правительством уточнены показатели и индикаторы прогноза социально-экономического развития на 2021 год. Так, в этом году реальный рост валового внутреннего продукта прогнозируется на уровне 3,1%. Цены на нефть на уровне 50 долларов за баррель. Курс национальной валюты на уровне 425 тенге за доллар. В этой связи проект республиканского бюджета сформирован с учетом уточненного прогноза социально-экономического развития.